из Беларуси в Кронштадт в российском Северном порту увековечена память белорусского вице-адмирала, командующего эскадрой на Балтике, героя русско-шведской войны Илариона Повалишина. На острове Котлин прошел белорусско-российский форум. Он посвящен морякам-балтийцам всех поколений, судьба которых тесно связана с Кронштадтом. Только в Беларуси сегодня живут около 200 тысяч человек, служивших в разные годы в военно-морском флоте. В историю вписаны имена 74 адмиралов-белорусов. Первопроходец, уроженец Витебщины, вице-адмирал Иларион Повалишин. В 2004 году в деревне Янковичи Полоцкого района обнаружена его могила. Сейчас участники форума передали в адмиралтейство памятную доску в честь командующего Кронштадтского порта. А в морском соборе прошла панихида в память обо всех моряках, белорусах и россиянах. Все прославленные адмиралы, которых мы знаем, если присмотреться к их биографии, они все выходцы из континентальных регионов. И континентальные регионы, благодаря нашему движению, которому уже 10 лет исполняется, такими как Белоруссия, они начинают интересоваться. И нам бы очень хотелось, цели нашего движения, чтобы это желание к морской воде, к парусам, к романтике, оно не исчезало в новых поколениях мальчишек. Ко дню военного морского флота мраморная доска с портретом адмирала Повалишина появится около парадных ворот Кронштадтского адмиралтейства. Также участники форума – посетители корабль-музей «Эсминец Беспокойный» и знаменитый крейсер «Аврору». В музее этих кораблей переданы памятные подарки.